символ чистоты души влюбленной, прекрасной и скромной тут анемоны. Еще упоминается о них в сказаниях Гаруна аль-Рашида, что до сих пор народом не забыты, хотя не только там о них одних. Но все-таки себя представить можно султана, а в моем саду несложно. Закрыть глаза лишь, и уже я там, где ароматы южной темной ночи, где пусть восток, но нет, жена не хочет, и сад свой никогда я не предам.